3211 сообщений, заявлений граждан. Все сообщения в установленном законном порядке были зарегистрированы, проводится проверка. Значит, так было возбуждено за август месяц 226 уголовных дел, по горячим следам раскрыто 74. Общая раскрываемость составила за август 61,9%. В суд было направлено 115 преступных эпизодов. Задержано лиц, подозреваемых в совершении преступления, 78, взято под стражу 32. Задержано лиц, ранее объявленных в розыск, 13. Из числа ранее совершенных преступлений, в том числе прошлых лет, было раскрыто 13. В августе было зарегистрировано умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 11, раскрыто 7. Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, все раскрыты. Краж чужого имущества 75, раскрыто 38. 5 краж и жилищ граждан, раскрыто 3. Грабежей 7, раскрыто 4. Угонов автомототранспорта 5, раскрыто 3. Незаконное хранение, сбыт наркотических веществ 35, раскрыто 18. Убийств 3, все раскрыты. Изнасилований 3, все раскрыты. Также за август было взято, согласно 64 федерального закона, 5 лиц, в отношении которых судом установлен административный надзор. Всего таких лиц поставлено на учет на территории городского округа Первоуральск по итогам августа 52 человека. За развратные преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних было совершено 3 преступления, 2 раскрытых, по третьему имеется фигурант. Административная практика составила 2054 административных протокола. За распитие в общественных местах 397. Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 1238. За нарушение правил пребывания иностранных граждан составлено 7 протоколов. По линии ГИБДД было составлено 3107 административных протоколов. На штрафстоянку было эвакуировано 66 единиц автомототранспорта, из них 5 бесхозного. На территории округа было совершено 419 ДТП, 25 ДТП с пострадавшими, в ДТП пострадало 35 человек. За август погибло 3 человека. По линии лицензионно-разрешительной системы изъято за нарушение правил регистрации и хранения 26 единиц оружия. За нарушение условий хранения составлено 36 протоколов. Добровольно из незаконного оборота был изъят один обрез, 786 патронов разного калибра. По линии потребительского рынка было проверено 36 торговых точек, выявлено 5 нарушений. По линии ПДН проверено по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, 94, из неблагополучных семей 97, ранее судимых 25, привлекавшихся к административной ответственности 62. Значит, сотрудники МВД в количестве 15 человек убыли на саммит во Владивосток. Также, значит, при проведении матчей в городе Екатеринбурге ежедневно, ну, когда проводятся матчи или тренировки, бывает 35 сотрудников. Доклад закончен.